قدمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. На прошлом уроке мы разбирали باب الإعراب والبناء, глава إعراب и بناء, и тема нашего сегодняшнего урока أنواع الإعراب, виды إعراب, أنواع الإعراب, виды إعراب. قال المصنف, сказал автор, то есть Ибн Аджрум, وأقسامه أربعة, и части его, то есть إعراب, четыре. Первый رفع, второй ونصب, и третий وخفض, и четвертый وجزم. فللأسماء من ذلك, и для имен также الرفع والنصب والخفض والجزم فيها. Что касается для имен, также رفع, نصب и خفض, однако для имен нету джазма. Валя джазма фиха, и для имен нету джазма. Валиль афаали мин азалика, и для глаголов также арафу ванасбу валь джазму валя хафда фиха. И что касается для глаголов также рафа, насб и джазма, валя хафда фиха, однако для глаголов нету хафда. Для глаголов нету хафда. То есть для имен также рафа, насб и хафда, однако для имен нету джазма, а для глаголов также рафа, насб и джазм, однако для глаголов нету хафда. الشرح, комментарий. بعد أن ذكر المصنف تعريف الإعراب, после того, как упомянул автор определение إعراب, شرع في بيان أنواعه, начал разъяснить его виды, то есть виды إعراب. وهي أربعة أنواع, и они, то есть виды, их четыре. Ахадуха, то есть первый вид из четырех видов и'раба, ар-рафу, это рафа. Ва аламатху л-аслияту даммату, и основной признак рафа это дамма. То есть дамма является основным признаком рафа, это дамма. Аттани, второй, то есть второй вид и'раба, ан-насбу, ва аламатуху л-аслияту л-фатхату, и основной признак насба это фатха. То есть фатха является основным признаком насба. Ат-талису, третий вид из четырех видов и'раба, аль-хафду или аль-джарру, ва аламатху л-аслияту л-касрату, и основной признак хафда это касра. То есть кесра является основным признаком хафда. Ар-рабиу, и четвертый вид. Аль-джазму. Аль-джазму.
وعلامته الأصلية السكون. И основной признак джазма – это сукун. То есть сукун является основным признаком джазма. ولكل واحدة من هذه العلامات الأصلية مواضع. И для каждого из этих основных признаков свои положения. Например, у дамми свое положение, у фатхи свое положение, у кесри свое положение, у сукуна свое положение. И поэтому для каждой из этих основных признаков свои определенные положения. Фаамма даммату, а что касается дамми, فتكونوا علامة للرفع في الاسم والفعل المضارع. И что касается дамми, فتكونوا, и бывает علامة, признаком للرفع, для رفع, في الاسم, то есть в исме, в имени, والفعل المضارع, и в глаголе настоящего времени. Наху каулихи та'аля, например, слова Всевышнего, яхлюку Аллаху, создает Аллах. Фаяхлюку, и слово яхлюку фи'лун мударион, является глаголом настоящего времени. Марфу'ун, он марфу'. Литаджаррудихи анин насиби вальджазими. То есть, что касается слова «яхлюку», является глаголом настоящего времени и также марфуон, так как он свободен от действующих факторов, который делает слово после себя мансубом, мансубом, то есть с фатхой. И также он свободен от действующего фактора, который делает слово после себя маджзумом, то есть сукуном. И поэтому слово яхлюку является глаголом настоящего времени. И он марфуа. И признак рафа – это дамма. Он марфуа, так как он свободен от этих действующих факторов, делающие слово после себя либо мансуб с фатхой, либо маджзум с сукуном. То есть слово яхлюку свободен от этих действующих факторов, поэтому он марфуа, он марфуа. Ва аламату рафиихи даммату аззахирату аля ахирихи. И признаком его рафа, то есть слово яхлюку, это дамма аззахира, это явная дамма, аля ахирихи, в конце слова яхлюку. Валлафзу ль-джалалати, и произношение имя Всевышнего, исмун марфуун, также является исмом марфуун, то есть с даммой в конце. Лианнаху фа'илун, так как он яхлюку Аллаху, то есть имя Всевышнего является действующим лицом. И действующее лицо он бывает марфуа. То есть признак рафа это дамма. И поэтому, то есть имя Всевышнего является исмун марфуун, лианнаху фа'илун, так как он является действующим лицом, ва аламату рафаихи, и признаком его рафа, ад-даммату аз-захирату, это явная дамма, это явная дамма.
وأما الفتحة أشتو كسيت فتحي فتكون и бывает علامتان признаком لنصب для نصба في الاسم в исме, то есть в имени, والفعل المضارع и также в глаголе настоящего времени. نحو قوله تعالى, например, слова Всевышнего, لن نعجز الله فنعجز. Что касается слова «нуаджиза», «фи'лун мударион» является глаголом настоящего времени. «Мансубун», однако он «мансуб», то есть признак «насба» – это «фатха». И поэтому слово «нуаджиза» является глаголом настоящего времени. «Мансубун» – «лиддухули харфи насби алейхи», то есть по причине захода частиц насба к нему, то есть к слову нуаджиза. Вахуа лян, и этот частица является лян. Именно этот лян сделал глагол настоящего времени после себя с фатхой, то есть мансубом. И поэтому нуаджиза является глаголом настоящего времени. Мансубун. Почему мансубун? По причине захода частиц насба к этому слову нуаджиза. И этот частица является лян. И этот частица лян является действующим фактором для нуаджиза. И частица лян стал причину, чтобы окончание слова нуаджиза был с фатхой. وَعَلَامَةُ نَسْبِهِ и признаком его насба, то есть слово «нуаджиза», то есть признаком его насба, «Аль-фатхату дзахирату аля ахирихи» – это фатха явная, то есть явная фатха, «аля ахирихи» – в конце слова «нуаджиза». «Валь-фа'илу» – а что касается действующего лица, для глагола нуаджиза является дамирун мустатирун вуджубан, является скрытым местоимением в обязательном форме, то есть подразумевается мы. Однако этот фаиль, этот действующее лицо здесь подразумевается. Валлафзул джалалати, и произношение имя Всевышнего «Ляннуаджиз Аллаха» «Исмун мансубун» является «исмом» и «мансубун», то есть имя Всевышнего является «мафулун бихи», на кого падает действие. И на кого падает действие, то есть «мафулун бихи», он всегда «мансуб». И поэтому имя Всевышнего является «исмом», мансубун аля таазими, на возвеличивание, на возвеличивание, то есть возвеличивание имя Всевышнего Азза ва Джалла. Ва аламату насбихи, и признаком его насба, то есть имя Всевышнего, аль фатхату аззахирату, это явная фатха в конце имени Всевышнего. وَأَمَّا الْكَسْرَةُ а что касается кясри, فَهِيَ عَلَامَةٌ لِلْخَفْضِ وَيَخْتَصُ الْخَفْضُ بِالْإِسْمِ. И что касается кясри, فَهِيَ عَلَامَةٌ, и кясра является признаком для хафда или для джарра, وَيَخْتَصُ الْخَفْضُ بِالْإِسْمِ, и хафт относится, и хафт относится только к исму, к имени. Наху каулихи та'аля, например, слова Всевышнего, аманна биллахи фаллафзул джалалати, и произношение имя Всевышнего, исмун маджрурун, является исмом маджрурун, лидухули харфиль джари алейхи, то есть по причине захода частиц джарра алейхи
то есть к имени Всевышнего, вахуа аль-бау, и этот частицей является аль-бау, биллахи, ва алямату джаррихи л-касрату фи ахрихи, и признаком его джарра, аль-касрату, это касра, фи ахрихи, в конце имени Всевышнего Азза ва Джалла. Ва амма сукуну, а что касается сукуна, фахуа аламатун лиль джазми, ва яхтассу лиль джазму биль фи'ли ль мударии. А что касается сукуна, сукун бывает признаком для джазма, и джазм относится только к глаголу настоящего времени. Наху каулихи та'аля, например, слова Всевышнего, лям ялид ва лям юлад, факулун мин ялид ва юлад, и каждый из слов ялид ва юлад фи'лун мударион маджзумун, то есть они оба являются глаголами настоящего времени, и маджзум, они оба являются маджзумун, лиддухули, по причине захода, харфиль джазми алейхи, то есть частиц, по причине захода частиц джазма алейхи, то есть к словам ялид и юляд, и этот частица является лям. Лям является действующим фактором для ялид и юляд. И поэтому слова ялид и юляд являются глаголами настоящего времени, маджзумун. По каким причинам они являются маджзумун? То есть по причине захода частиц джазма к ним, это лям. Ва алямату джазмихи ас-сукуну, и признаком его джазма, то есть джазма этих слов, это ас-сукун, то есть сукун является признаком джазма. Ва хасилу масабака, и итог вышесказанного, анна рафа ва насба, то что рафа и насб муштарикун, они оба приходят филь асмаи валь афали, в именах и также в глаголах. То есть рафа и насб, они оба участвуют или приходят в именах и в глаголах. Ва анна ль хафда, а что касается хафда, хассун биль асмаи, относится только к именам. Валь джазму, а что касается джазма, хасун относится только биль афали, к глаголам. К глаголам. То есть хафд относится только к именам, джазм относится только к глаголам. Тамарину, упражнение. Ат-тамрину л-аввалю, упражнение первое. Истахриджиль асма аль-му'раба валь асма аль-мабния мин каулихи та'аля. То есть извлекай имена, которые меняются окончание, и имена, которые не меняются окончание, из слов Всевышнего «Фалья абуду рабба хаззал бейт аллязи ат'амахум мин джу'и ва аманнахум мин хауф». То есть надо извлекать имена, которые меняются окончание, то есть подвергаются и'рабу, и имена, которые не меняются окончание, то есть не подвергаются и'рабу. Например, «Аль-асма'ул-му'араба» – имена, которые меняются окончание. Аль-асма-уль-мабния, и имена, которые не меняются окончание. Например, фалья'буду рабба. Рабба является из имен, которые меняются окончание. То есть он му'раб.
Он подвергается иарабу, то есть меняет его окончание, то есть принимает огласовки дамма, фатха и кясра. А что касается фальябуду вау, аддамиру, то есть вау является местоимением для множественного числа мужского рода, и он из имен, которые не меняется окончание. Он мабни из слов фальябуду. И также надо извлекать или найти из аятов три разные имена, которые меняются окончание, и написать в эти пустые места. И также найти три разные имена, которые не меняются окончание, то есть они будут мабни, и написать в эти пустые места. Ат-тамрину фани, упражнение второе. Ам-му'арабатун ам-мабниятун калиматун каумун фи каулихи та'аля. То есть слово каумун является из имен, которые меняются окончание, или является из имен, которые не меняются окончание. Из слов Всевышнего: «Я айюхаллязина аману ла ясхар каумун мин каум». «Маа баяни сабаби», вместе, разъясняя причину. То есть слово «каумун» надо записать здесь «каумун», потом запятая. И если слово «каумун» является из имен, которые подвергаются иарабу, то есть меняется окончание, то нам надо здесь написать, например, то, что «каумун», по каким признакам мы узнали, что слово «каумун» является из имен, которые меняется окончание, то есть причина этого изменения. Ат-тамрину фалису, упражнение третье. Ам-му'арабатун ам-мабниятун калиматун аль-лязи фи каулихи та'аля. То есть слово аль-лязи является из имен, который меняет окончание, или является из имен, который не меняет окончание. Из слов Всевышнего: ара-айта аль-лязи юказзибу бид-дин. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ, вместе, разъясняя причину. То есть «аль-лязи» надо записать здесь, а затем написать, по каким признакам мы узнали, что слово «аль-лязи» является из имен, которые меняют окончание, или является из имен, которые не меняют окончание. Поэтому «аль-лязи» надо написать «аль-лязи», вместе, разъясняя причину, по каким признакам мы узнали, что слово «аль-лязи» является либо «му'араб», либо «бина», либо меняется окончание, либо не меняется. Субханака ва бихамдика ашхаду аля илля анта астагфирука ва атубу илейка.